Всем привет! Это Ольга Благодарская и «Пятница Ньюс». Программа о грандиозном шоу. И людях, которые играют в куклы. В Сеуле прошел концерт BTS. Шоу было необычным. Из-за омикрона зрители просили не кричать, а только хлопать. Видимо, так вирус меньше разлетается. Представление состоялось на огромном стадионе. На трибунах и в фан-зоне тысячи фанатов кей-попа. И все они помалкивают. Даже когда на сцену выходят айдолы, слышны только аплодисменты. Никаких тебе «а» и «уху». Открывать рты поклонник попросил рэп-монстр. Разумеется, лидера BTS все сразу послушались. Когда вы еще побываете на концерте с клопками? Это исторический момент. Публика, судя по всему, осталась довольна. Кстати, концерт транслировали онлайн и в кинотеатрах по всему миру. Так что миллионы зрителей хлопали перед экранами. О южнокорейских артистах поговорили. Самое время узнать, кто звездит в других странах.